Вот, в принципе, это я могу сделать тяжело. То есть, я могу вот так расправить. Как настоящий долг в разные стороны. То есть, если вот так расстояние сделать, да, она получается более пушистая. Вы представляете, да, вот эти середы сделать вот так. И она будет более пушистая. То есть, она интерактивная елка. Какие у нее размеры-то? Так, ну, от низу до самого верха 4 метра ровно. Вот. Сама елка немножко меньше, потому что здесь 50 сантиметров сделано для того, чтобы когда снег у нас в России заваливает вот посюда, хотя бы не закидывало ее, потому что от прототипа-то у нее в Калифорнии снега нет. И сколько получилось, да, ящичек на нее ушло? 200 штук. Ровно 200, да? Ну, где-то 200, ну там 160, ой, 145 идут у нас. 140. Мультяшная, потому что не стали мы делать не к нашу красную звезду, которая на Кремле, и у нас получилась это Давида звезда, и мы такие посмотрели на это, говорю, нет, мне не надо, а то сейчас начнется там. Насколько сложная работа была? Ну, работа сложная из-за того, что много деталей, и каждую деталь надо было просверлить, да, и вымерить размер и все остальное. Вот, размер вымерить, найти центр, просверлить 200 штук. Потом сложно в том, что ее каждую штучку надо было одеть на шток. То есть это 200 этих, 4 метров высоты. Так. Ну мы, в принципе, русские люди, мы не как все клали по одной штучке, мы взяли пол елки, подняли, поставили. Ну, же русские люди, чем мы будем по одной штучке мучиться? Слушай, что как олени-то в итоге, как приняли решение, как олени-то грузить? Ваня приедет, наш любимый. Ваня? Да. Я сказал, я говорю, только с Ваней повезу. Приедет, мне эти эвакуаторщики нафиг не нужны. Эвакуаторщики? Ну вот этот Ваня даже приедет, манипулятор. Ну, манипулятор, но мы не на маленький как-то. Единственное, придет, смотри, его крест-накрест забиваем ноги ему, чтобы он доехал. Да. Под брюхо кладем вот эту ногу нашу, прям под брюхо. Прям, чтобы он... Что? Каркас, правильно я понял? Мне сказали, что сделать что-нибудь, то делать, я говорю, мы почти готовы.